Череповце ребенок получил тяжелые травмы при падении с 5-го этажа. Происшествие произошло накануне в одном из домов на улице Максима Горького. Как сообщает Следственный комитет, пострадавшему мальчику 2 года и 8 месяцев. По предварительной версии, 24-летняя мать оставила ребенка в комнате, где было открыто окно. Малыш залез на подоконник, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его вес. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Канал распространения наркотиков пресекли полицейские. В Грязовецком районе сотрудники наркоконтроля ликвидировали нарколабораторию. Члены преступной группы торговали запрещенными веществами через интернет. Бурную деятельность вели уроженцы Мурманской области, мужчины 32 и 30 лет. В Грязовецком районе в частном доме они оборудовали лабораторию для изготовления растительных наркотических средств. Правоохранители обнаружили и изъяли более 500 грамм готового к потреблению растительного наркотика, а также специальное оборудование и ингредиенты для его изготовления. Кроме того, в ходе личного досмотра задержанных, а также в тайниках на территории Вологодского района и на съемных квартирах в Вологде, оперативники изъяли еще 675 грамм растительного наркотического средства и свыше 16 грамм синтетического наркотика. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают местонахождение двух мужчин, которые подозреваются в преступлении и скрываются от полицейских. Если вы обладаете информацией о местонахождении этих мужчин, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам, которые вы видите на своих экранах.